Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. У наших друзей за символическую плату пристраиваются два мальчика. Очень интересных. Сейчас хозяйка расскажет. Мама у них немецкий пинчер карликовый, мини-доберман, а папа пиренейская овчарка. Мало кто знает про эту породу, но на самом деле это самая древняя порода овчарок, порода пастушьих собак. Они лохматенькие, длинношерстные, почти как у йорка у них шерсть, но вот такие у нас получились помесята. Очень веселые, очень хорошие, это просто я их держу, а так они на самом деле очень веселые. Да, Чижик? Чижик и Пыжик. Прыгаем. Молодцы. Пыжик. Пыжик очень скромный. Чижик. Чижик, Чижик. Пыжику страшно. Не бойся, малыш. Мальчишкам 3 месяца, самостоятельные парни. Прививочки у них все сделаны. С прививочками. Молодцы. Да, такие вырастут молодцы. Не крупные. Для любви вот такая вот веселая компания, прыгательно-скакательная. Чижик. Да, да, ждет мамочек и папочек. Более послушный, да. Чижик, просто шелопопит. Вот два разных характера. Может быть, подойдут для тех, кому очень хочется Джек Рассела. Вот по характеру они, наверное, такие же, как Джек Рассел. И по размеру будут примерно такого же размера. По вопросам приобретения просьба обращаться на личную страничку питомника ВКонтакте или по телефону. Наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Щеночки растут за городом, на природе и свежем воздухе, Ленобласть. Да, любимки, конечно, любимки. Целовал. Как же иначе? Конечно. Обнимашки. Ой, чихуч, почему? Ты мой вообще любимец. Ага. Ну, он чуть помельче, поэтому... Душа, душа. Да, а Пыжик скромняшка. Как все крупные. Спокойный, уравновешенный, характер нордический. Да, ты молодец. Мужчина. Да? Козы маленький по возрасту, но музык. Вот один, видимо, характер в мать, другой в отца. Да? Тоже бывает. Залетные молодца. Все, все сказать, сейчас уйду, надоели вы мне. Уйду я от вас, скучно мне с вами. Ну да, да, да. Скучно, его говорит, детки. Пыжики, пыжики. Пойдем. Так.